Всем здорово, с вами Орел, сегодня продолжаем играть в игры, сегодня у нас ночь игра Кловати. Ой. Погнали, погнали. Я понял. Ничего. А, понял, теперь вот так вот, погнали. Да, поймал, награди себя заловить, понял. Ну, по сути, полоса будет затягивать двоих. Надо как-то... Блин, правильно сделать. Вот так, что ли? По сути, так-то так должно быть. Погнали. Блин, я одну не хватил. Мой старт. Есть. Есть. Так это облако какое-то, я думаю. А, я понял, нажать, типа, чтобы оно к облаку не попало. Ну, как-то на так это сделать. Ух ты ж. Блин, опять это такой уровень, я их терпеть такие не могу. Если вы не поняли сразу. Блин, как-то надо вот так, что ли. А это как-то вот так, что ли. Ух ты ж. Чуть. А как я? О, это должно понять. Что сначала вверх надо. Стоп, я запутался. Ладно. Давайте сначала вниз пойдет. Потом. А потом вот это идет. Потом она вот сюда как-то идет. А потом круг делает. Делать как-то вот так. Блин, надо, чтоб. Я типа не против, мне как-то. Да, она попадет по этой траектории. Ну, пробуем. Короче. Блин, не получилось нифига. Так, что ли, сделать, что ли, не понимаю. Только понимаешь, и эти надо захватить, чтобы захватить. Погнали. Давай, 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 да. Блин, оно вот эти звездные очки не захватило. Да. Чуть-чуть повыше, что ли. Делать. Это чуть-чуть пониже. Это, то есть, вот так вот. Слушай, это очень трудно, но очень классно. Я люблю, когда классно и трудно одновременно. Да, 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 прошел. На две звезды, конечно, но. Так, можно минимум 70. Давайте здесь пройдем. А почему тут квадратик? Интересно, чем это? Что это значит? Ага. Не, ну прикольно. Погнали, 8 уровень. Это пусть. Как-то. Не знаю. Так, что ли, будет? Вот так вот. Погнали. Раз, два, три. Ждем. Готово. Так, 9 уровень. 10 будет последний. Не, конечно, говорю, что мне нравится сложный уровень. Блин, я ненавижу мозги запарающие. Так скажем.
А, подожди. А если... Вот видишь, я не захватил тебя. Угу. Блин, ну вот эти две звезды, я не пойму, как лучше захватить его. Все лучше захватить. Как мне лучше сделать, а? Блин, одну звезду пущу. Если я не пойду... Я буду как-то вот так, что ли. Вот так вот. И как-то прим. Так, о! Ай, блин, что-то тут... Ты хоть и сделал что-то правильно, но... Вот так должно быть. Что, пробуем? Эсалочку. Сейчас облако вниз упадет. Опа, ладно, погнали. Ай-яй-яй, чуть-чуть не долетела. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Да блин, рыбное облако. Быстрее, 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 лети, лети, гребаная. Есть. Да, я в курсе. О, господи. А как мне по-вашему? Ну, 10-й есть только уровень. Мне надо, как мне лучше всего захватить территорию, а? Это много звездочек возьмет. А, блин, вот это. А, значит, вот это еще. Нет, потом. Угу. Дышь. Я, чтобы каждая звездочка попала именно в ловушечку. Попробуем. Я не понял. Блин, ну вот это да. Ну, блин, она как-то неправильно полетела. Так что ли сделать? Да чуть повыше. Честно, я уже сам запутался, как это лучше делать. Понимаешь, она внизу как-то летит, а не вверху. Мне надо хоть повыше, но еще вот так как-то. Погнали. Пробуем. Да. Е, что, прошел? Слава богу. Это, думаю, на этом хватит. Всем удачи, всем пока.